Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и вот по возвращении из отпуска я обнаружил, что вышло специальное издание Скайрима. Что ж, посмотрел, что это такое эдакое, заметил, что там некоторые ретекстурки внесли, и думаю, дай посмотрю сам лично своими глазками, потому что информации в интернете уже много, есть куча видео, но сам я тоже хочу посмотреть, и, собственно, всегда хотел заснять Скайрим, как я про... собственно, его прохождение, но поскольку в оригинале я... Получается, в оригинальной версии игры я кучу модов поставил, и там уже все намешалось. Поэтому я думаю, это самое замечательное такое вот начать с чистого листа. Что ж, давайте начнем новую игру. Вот, я немножечко загрузил, посмотреть, что у кого. А то видел в сообщениях техподдержки кучу ошибок, что бывает, вылетает. Либо там вообще колбасявит их только так. Особенно NPC. Решил начать сначала. Итак, вкратце, поскольку все-таки Skyrim уже игрушка не новая, многим она уже знакома. Так вот, собственно, раньше я всегда играл мечником, то есть обязательно носил оружие, ну, прокачивал все по подряд, и лук, и клинки. Вот. Ну, поскольку, как вы понимаете, в самой игре очень длительная прокачка, да, сама по себе. И я никогда, собственно, если честно, не играл магом. То есть, вот, чисто взять и магом начать. Вот, никогда. Поэтому, пожалуй, я начну именно магом. Не буду лишний раз париться там какими-то там мечами, пиками, топорами и прочим. Лук там или еще что-то. Сразу начнем магом. Как только нас, конечно, освободят. А, на оригинальной версии оставил мод, который позволял вот эту вот начальную стадию пропустить. Либо, получается, избрать себе другую судьбу. Ну, да ладно. Будем играть по чесноку и с чистого листа. Да нет. Я просто так запустил игрушку и, представляешь, оказался с тобой в тележке. Да еще и связанный. В лохмотьях. Да ты чё? Бедолага, ты чё такой грязный? Кошмар. Пути-путеньки, украл бы он лошадь. Нам с тобой здесь не место. Это забыл... А чего ты взял, что где мне место? Ты что за меня решаешь? Обалдел, что ли? А ну, все заткнулись! Так. А с ним-то что не то, а? Ох-ох-ох. Так, чё мы видим? Плохой свет, кстати. Однако, частицы света и дыма, интересно, работают вместе. Неплохо, неплохо. Тик. Угадай с трех раз, куда же нас могут вести? Конечно же, на тусовку. Так. Нет, картинка, конечно, прикольная. Мне нравится, в принципе. Если сравнивать с оригиналом, да? Хоть на оригинал выпускали DLC в виде HD текстур, но все равно. Я, кстати, еще дополнительно сам ставил на... Именно новые обновленные текстурки вот NPC, потому что вот эти вот волосы, кожа, да, это, конечно, не кайф. Ну да ладно. Не будем ходить вокруг да около, посмотрим, как тут все будет. Какие баги встретим, тоже интересно посмотреть. Чувак, ты слишком большинству багов молишься, тебе это не кажется? Ты как язычник прям. А с ним, похоже, далмарцы, проклятые эльфы. Да ты чё? Наверняка это все они подстроили. Эльфы. Ох уж эти эльфы. Везде виноваты эльфы, а. Куда ни плюнь, везде виноват какой-нибудь эльф. Что ж, посмотрим на пейзаж. Весьма прикольненько. Влюблён в одну девчонку из этих краев. Так. Интересно, Вилот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Какая тебе разница, да, чувак? Тебя и везут на смерть. Сказал, что нет ничего безопаснее имперских пастей. Опа. О, ребенку интересно, кто мы такие. Не знаю, конечно, ребят, как вам, но я ставил на оригинальную версию мод, который все-таки делал детей смертными. Ну, согласитесь, это вполне логично, да, что ребенок все-таки он живой и должен как бы умереть, а не так, что иметь бессмертие и не умирать. Только так, если гонца на коленку присесть, так по принципу, как больно, как больно, а потом встать. Ну, что за херня? Ну, я так подозреваю, здесь вряд ли этот мод работает, и, скорее всего, наверняка из оригинала перекочевала эта фишечка с бессмертием. Скажи им правду, мы не с тобой, это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному.
Что-то лошадь какая-то веселая. Так. Окей, братиш. Привет. Я, кстати, ребят, как только освобожусь, скорее всего, вступлю все-таки в Легион. К имперцам. Не хочу я забрать их в буре. Они мне не нравятся. Все они балаболы. Прикрываются, как говорится, легендами и байками о том, что все мы должны быть свободны, что нас угнетают. А какая разница? На смену одним угнетателям придут другие угнетатели. Вот и все. Разницы абсолютно никакой. Единственное, только какая может быть разница, это то, что придется жить в хаосе приличное время. Ну да ладно, не будем об этом. Что такое норды? Слабой чувствительностью. Использовать боевые клич, чтобы обратить противников в бегство. Орки. Ну это понятно. Веселые ребятки. Так. Не знаю, ребят, как вы, но я в основном преимущественно всегда играл либо нордом, либо каджитом, что очень, конечно, прикольно, да, в целом им играть. У нее есть, конечно, свои плюшки, то, что ночное зрение, все это, конечно, очень здорово, но как бы не будем киськой бегать. Так, имперец. Честно сказать, имперцам один раз пробовал, и то в Обливионе. И то, ну, мне не понравилось. Эльфам мне вообще не нравится. Они такие страшненькие, на мой взгляд, конечно. Кому как, но мне кажется, они очень страшные. Бретонцы. Кстати, отлично подходит в плане мага. Так как все-таки у них гораздо больше такие способности именно к магии. Но я, пожалуй, буду играть тем, кем обычно всегда не очень люблю играть. Да и вообще, на просторах, когда Скайрима их и в Обливионе встречал, они мне никогда не нравились. И я ни разу им не данным, вот именно данной расы не играл. Поэтому, пожалуй, попробую органианином. Рано или поздно, как говорится, надо попробовать все понемножечку, по чуть-чуть. Так, хорошо. Я выбрал. Перейдем к телу. Так, полную, понятно. Без вариантов. Мужской. Да, можно задать заранее типаж, можно потом подогнать. Так, нет. Это и это. Возьмем вот такого вот ядовитого парнишку. Почему бы и нет, да? Тон кожи, кстати, сейчас посмотрим, какой еще есть вариант. Бледная, да? Ну да, вот такую, наверное, зеленую оставим. Так, широбаса не будем делать. Так, голова. Клик. Цвет лица. Зелененький. Так, не густо, да? Ставим такой. Грязь нет. Цвет грязи. Шрам нет. Боевая раскраска. Ладно, вот такую возьмем. Цвет боевой раскраски, понятно. Меня устраивает такой. Лицо. Тип носа. Какая нахрен разница, по сути, да? Учитывая тот факт, что все равно его не буду видеть. Так, ширина челюсти. Так, это я не меняю. Подойдем к цвету щек. Где они? А, он тут меняется, вот здесь. Вот тють-вать. Ага. Цвету в области носа. Давай-ка тоже найдем синенькой. Хотя бы худо-бедно, да, подходящий. Цвет щек. Цвет носа. Понятно. Цвет подбородка. Тоже понятно. Цвет шеи. Цвет лба. Ну ладно. Создадим такое что-то наподобие чего-то такого эдакого ядовитого. Хотя у меня была такая еще мысль желтым цветом кожи сделать и черные полосы. Как у шмеля. Раскраска, да? Пчела, шмель, вот такую вот раскрасочку. Тоже неплохо. Так, типы глаз.
Хромоглазеночек. Какие у нас тут будут? Давайте вот такие поставим. Цвет глаз. Так. Ух ты. Вот это вообще жесть, конечно. Не знаю даже, какой лучше вариант. Здесь хотя бы, да, худо-бедно зрачок есть. В таком варианте нет зрачка. Думаю, куда... Гадай, да, куда смотрит. Ну ладно. Пожалуй, так и сделаем. Так, глубина глазницы. Это подложки. Тени, тени. У меня веков. Где тут вообще веки? Так, тип бровей. Нет. А, кстати, брови, по-моему, да. Такие только. Вот такие вот костяшки возьмем. Так, 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 так. Что тут у нас есть? Рот. Это не важно. Волосы. Чесочка. Какой вариант мы оставим, интересно? Вообще, стоит ли брать с волосами синими или нет? Тут особых вариантов нет, да, либо с волосами, либо рогатым. Я думаю, надо выбрать хотя бы хоть что-то посимпатичнее. Вот такой варик, в принципе. Почему и нет, да? Почему бы, собственно, и нет. Так, ну, собственно, я думаю, что я готов. Так, какая коняшка, даже ни разу не моргнула, нифига себе. Так, как меня будут звать? Как меня будут звать? Ну, пусть меня так и зовут. Готово. Ты из рифтонских докеров, ящер? Нет, я не ящер. Что с ним делать? Его нет в списке. Отпустить. Понятие простить, да? Давай его на плаху. О, бедолага валяется убитый. Капитан. Мне очень жаль. Какой смысл, да, подорвался, все равно убили. Иди за капитаном. Какое счастье. Вы отправите мои остатки в Чернотопе. Лошадь, ты чё ко мне пристала? Ох уж это лошадь. Будь она неладна. Так. Ульфрик Буревестник. Здесь в Хелгене. Тебя кто-то зовет героем. Но да ты чё? Не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать... Какие веселые ребята. Здорово, мужики. Че такие скучающие? Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. Не, реально главное, я среди этих солдат братьев Бури стою. Зашибись. Чуваки, я делаю с ними. Я сам по себе. О, какая красота, да? Что это было? Ох, лепота-то какая, а? Обалдеть. Подготовь их в последний путь. Чего? Ныне же веряемы души ваши. Ты кто, жрица Аркея? Наркоманы, а? Сектанты недоделанные. Как скажете? Окейушки. Давай, рубай. Рубай давай. Возможно. Возможно, нет. Это дело такое непредсказуемое. Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. Не знаю, чувак, улыбаются они тебе или нет. Не, ну если, конечно, ты в это веришь, то, в принципе, почему бы и нет. Все, башку отрубили, да? Можно смотреть? Да, можно. Хе-хе. По делам. Слишком много насилия. Кто там кричит? Без страха. И умер без страха. Действительно, жил без страха. Жил без денег и умер без денег. Вот так будет гораздо правильнее. Потому что страх это нормально, а вот деньги их либо нету, либо они есть, да? Либо их всегда не хватает. То есть вот такие вот варианты. Че, теперь моя очередь, да? Ребята, может это я пропущу? А? Ну ёшки-матрёшки. Ну ладно. О, господи. Вы хоть продезинфицируйте лезвие, а? В конце-то концов. Так ведь можно и подхватить что-нибудь. О, куропатка летит. Куропаточку. А угадай с трех раз, что они видят. Ну какие глазенки красные. Наверное, срать хочет. У меня есть подозрение. Хотя, кто его знает? Утепотеньки. Ну да, куда уводить, чувак? Тут полная жопа везде. Налево-направо посмотришь, везде задница. Так, я в курсе, как передвигаться, не переживайте, я не забыл. Так. Здорово, мужики. Блин, у меня руки связаны. Ничего не могу делать. Легенды не сжигают деревень. Ой, те потеньки. Ульфрик. Здорово, наркоман. Надо уходить. Быстро. Спасибо, Кэп. А то я
типа не в курсе, что надо сваливать. Вау! Стоямбо! О, шикардос. О, господи. Мужик, ты где там? Поехали! Нет, блин, я не вижу, слепой. Как ты думаешь? Конечно, я его вижу. Валить нахер надо отсюда. Эй, я не могу упасть. Что такое? Опаньки. Чуваки, вы что сделаете? Ёшки-матрёшки. Полюбас надо назад. Фига себе, дракошка бесится. Держись рядом со мной, если хочешь жить. Да ты чё, серьезно? Ты меня защитишь, что ли? Какой ты добрый парниша. Ладно, побежали. А сейвы можно, да, делать? Еще лучше. Так. Оу! Мужичок полетел. Мужичок с картошечкой полетел. Пошел в жопу, я сам разберусь. Ау! Ай! Пол булочки поджарило. Что тут ребятки бесятся, да? Вау! Да я не отстаю, это ты отстаешь, чувак. Так, да, вот здесь сейчас будет развилочка, да, варианты. Либо с братьями Бури, либо с легионцем пойти. Что самое интересное, они оба потом приведут меня в одно и то же место, якобы являются сыновьями. Но я пойду с ним. Вот. Как я уже сказал, я планирую все-таки в легион вступить. Ну, нравится мне за них больше, ребят. Кому как, дело вкуса, вот честное слово. Все-таки они организованнее, чем все остальные. Да и квесты за них проходить интересней. Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Да ты уж старайся, на крайняк у тебя он меч с кинжалом. Пошарь вокруг, тут полно снаряжения. Выбирай. А я поищу что-нибудь от ожогов. Я выберу что-нибудь. Что у меня есть? У меня ничего нет, я бомж. Бомжара. Так. Так, сразу в избранное добавлю. Лечение и пламя. Так, пламя на левую, лечение на правую. Все. Как я уже сказал, я не буду пользоваться оружием. Но я его буду собирать, конечно, само оружие по себе, да, чтобы потом, если что, перепродать его кому-нибудь, сбарыжить. Вот, это, конечно, таки да. Это вообще жесть. Вот, я хотя бы не такой бомж уже, да, внешне. Совсем другое дело. Совсем другой человек. Что у нас тут есть? Шлема есть. Еще лучше. О, теперь это. На башке хоть что-то есть. Так, этот я уже тоже, да, обшмонал. Ох-ох-ох, ну ладно, ребят, погнали, надо отсюда выбираться. Скоро, кстати, месиво будет. Вот прям здесь, в этой комнате, я помню. Слышь, слышь. Тихо, тихо. Вот так вот мы с ними договоримся. Зажарим их до хрустящей корочки. Ну как тебе мой договор? Вау. О, отлично. Сработало добивание. Шикардос. Кстати, я ставил как-то аддончик на более эпичное добивание, там зажаривал до хрустящей корочки. Так. Одежду брать не буду, она много весит, ее продавать потом тяжко. Хотя можно верхушку, да? Она еще хоть что-то весит. Так. Вот это можно продать. Мне кажется, у меня, по-моему, перчаток нет, кстати. Ну-ка, проверка. Да, у меня перчаток-то нет. Вот. Я худо-бедно приоделся. Я теперь не такой бомж. Что у нас есть? Топор, ничего так. Продадим вверх. Все остальное, конечно, копейки стоит. Поторопимся. Давай не командуй мне, я сам разберусь, когда мне торопиться, а когда нет. И вообще, я чувствую, надо все-таки на геймпаде погомуськать. На нем интереснее. Чем на мышке с клавой. Вау. Так, что у нас тут здесь? Здорово, хулиганы!
Конечно. Словангард тебе в помощь, засранец. Готово. Так, это мусор. Что у нас тут, жратва и все такое, да? Старая кладовка. Посмотри, не найдется ли каких зелий. Они точно лишними. Да нахрена не мне эти зелья, чувак. Я же магией владею, мне зелья не нужны. Я и так могу любого зажарить до хрустящей корочки. Ты еще тут с зельями пристал какими-то. Наивный. Здорово, перцы. Опачки, добил. Ну, бедолагу убили. А, обычно мне везло больше. И они хотя бы худо-бедно еще были живы. Наручи. Сырометный. Булава. Понравилось, как я развлекал их приятелей. Еще бы кому-то понравилось. Ты хоть знаешь, что происходит? Извращуга. Драконорожденных. Возьмем книжку, продадим. Кинжальчик. Не говори глупостей. Отмычка. Хотя, если вдуматься, там действительно был какой-то странный шум. Действительно, какой-то странный шум. Ты мне тут не командуй, мальчишка. Однако. Меня что, не слышал? Так, здесь что-то написано, здесь очень много текста. И он, скорее всего, не читаем. Похоже, за решеткой. Все почему? Потому что очень-очень много текста. Кто-то есть. Да. Я 100 лет назад. Че, засейвимся, пожалуй. Попробуем открыть. Опачки, есть. Пожалуйста. Даже ни одну не сломал. Нифига я крут. Возьмите мои вещи, пожалуйста. Хватай все, что найду. Так, кстати, о вещах. Книжулечки. Нет, книжки нужны. Вот другое дело. Так. Одежда. Вот. Отлично. Я маленечко деяние на мага новичка сменил. Теперь это будет в плане магии для меня, конечно, очень гораздо экономнее. Только нужно что? Правильно добавить искры в избранное. Поменять. Вот на такой макар. Все, пошли, чувак. Нет тут никого. Нет никто. Что тут у нас? Да ничего такого. Пойдем тут. Собственно, почему бы и нет? Во имя Обливиуса, куда же нам идти? Фух, поехали. Зажарим парнишек. Да, удар молнии так больнее, чем пламени. К тому же он выжирает выносливость. Готово. Еще и живой? Откуда мужик вообще вылез? Воу. Откуда все появляетесь, козлы? Ух. Да уж. Ой, ё-моё. Сейчас это возьму и все, и перевес. Здорово. Че мне выложить такое эдакое? Соскладируем его. Хорошо, больше не буду пока ничего брать. То мне уже мест не хватает. Этого вполне достаточно, я думаю. Ты где там, братиш? Пойдем. Посмотрим, куда ведет этот ход. Как куда? На свободу, куда же еще? Куда же еще он может вести? Пойдем, несчастный. Так, пока там сиськи мнешь, я вот сюда метнусь, тихо. Здесь запрятаны некие таинства в виде денюшек.
Скляночки. Все, больше здесь ничего ценного нету. Да насрать мне на всех, чувак, что ты переживаешь? Ты реально думаешь, что я буду переживать по того, там кто-то вернется, не вернется? Нахрен они мне сдались? Я сам по себе. Экс. Готово. Электрошок тебе, несчастный. Готово. Зажарил. Так, можно, конечно, собрать, в принципе, да, как бы. Он не кисло по деньгам стоит, его можно толкнуть, этот яд. Что очень прикольно, кстати. Окей. Так. Здорово. Труп пяшки. Прыжок. Отлично. Дядя Миша спит. Так. Ну чё, ребят, поднимем дядю Мишу. Проснись, сипой. Заряд бодрости с тобой. Вот так вот, дядька. Дядь Миш. Проснись, сипой. Представляю, как он охерел, наверное. Такого. Бодрящего заряда. Кровяка какая-то. Кто-то куда-то шел. Или полз. Хрен его знает. Вот и выход. Ура! Даешь выход! Все, наконец-то мы выбрались из этой пещеры. Я уж думал, там бороду отращу. И повисну. Надолго. Что такое? Чей-то такое? Чего ты испугался? Несчастный. Ну, вроде он совсем улетел. Но, наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. Действительно. Вдруг он вернется. Ближайший отсюда город — это Ривервуд. Мой дядя там кузнец. Уверен, он тебе поможет. Окей. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Так. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Я и не сомневаюсь, чувак. Что ты бы как раз-таки и не выбрался. Сейчас повеселимся немножко. Здесь вот шахта есть с бандитами. Все ничего. Да только вот, конечно, там собрать ничего ценного не смогу, если только так поубивать их, чтобы получить маленечко новых навыков. Ну, плюс поднять уровень. А так больше не, ничего такого не сделаю. Вот. Сейчас, скоро вот будет вход. Который охраняют бандиты. С большой дороги. Здорово, несчастный! Вау! Я надеюсь, тебе понравилось. Что, орехи в меде? В меду, точнее. Так. Надо разобраться. Факельная шахта. Сурово звучит, да? Факельная. Давай посмотрим, что тут такого факельного. Это вот ловушка. Весьма предсказуемая, да? А. Ты не боишься, что сюда кто-нибудь забредет? Вход, понимаешь ли, на самом виду. Но он ничего не боится, может. Не ссы. Ты тоже. Я же говорю, нечего бояться, вы просто все умрете. Чего бояться? Дайте мне немножечко денег. Ребятки. Мне нужны просто ваши денежки. И больше ничего. Так, почаще надо сейвиться. Потому что и всякое дерьмо случается. В любой момент меня может придавить каким-нибудь булыжником или еще чем. То бишь, как бы это дело такое непредсказуемое. Вот. Здорово. Пойдем туда посмотрим. Так, здесь есть что ценное? Шерсть монетка.
Потрёпанный дневник. Бедолага. Не повезло парнише. Тут кто-нибудь есть? Конечно, здесь я есть. Присоединяйся к веселью. Так. А тут что у нас? Винишко. И бабули. Немножечко бабулей. Денежки лишними не бывают. Так, есть кто живой? Уйти путеньки, сколько баблишка. Кинжал, не, кинжал не буду брать. Кстати, книжка, да? Книга. Ясновидение. Отлично. На халяву выучил навык. Проснись, сипой. Засранец. Плохой из тебя караульный. Раз позволил мне так близко подойти. Однако. Кто-то там, кстати, вкуснее работает. Я прямо отсюда слышу. Там заклинание, посох зомби. Так, ребят, давайте еще пару книжечек подучим. Во! Классно. Так, а там что? Есть тут что ценное? Нет? Нет, ничего. Факел можно взять. Себе. Здесь забрать можно. Тут забрать можно. Чтобы я больше, да, был под покровом ночи. Так, там немало людишек. Здесь где-то работает, я прям слышу. Но не вижу. Слышу, но не вижу. Нет, нет здесь никого. Тебе показалось. Слышишь? Тебе показалось. Мне тут надо обязательно сюда идти, да? Черт, я перегрузился факелами. Все-таки показалось. Тут кто-нибудь есть? Конечно. Я тут есть. Тебе еще кто-то нужен? Или как? Или сойдет? Так, ладно, что-то на тебе выкинуть. Давай я выкину эту домотканную хрень. И еще да что-нибудь такое. Что у нас самое дешевое есть? Кстати, точно. Они ни хрена не стоят, но я зато буду весить меньше. Вот не пути! Кто со спины-то заходит? Так же нельзя, так же больно. Что у нас нет на новом уровне пока? Ну вот, факелов набрал, блин. Чуть не ослеп. Наверное, в кузне есть, да, руда. Давление легкой брони. Что это было? Тебе показалось, здесь никого нет. Вот увидишь. Пора покончить с этой глупой игрой. Сейчас как в жопу прилетит мне стрела. Обычно всегда так бывает. Ути-пути. Плохая из тебя лучница, однако. Может, хоть шашлык будет получше. Чё, есть у тебя по... чё почём? Да, кстати, стрелы ничего не весят, но их можно продать. Так, чё здесь ценного у ребяток? Кроме жратвы ничего? Ну ладно. Бывает огорчение и печалька. Там двойная это была шахта, я видел еще внизу. Ход был. Так, это выход. Это запасной выход. А я видел еще вот здесь такой прикол, что как бы. Да, вот. Оп. Куда-то же должно вести. Я так подозреваю. А. К жральне, да? То есть никакого прикола вообще в принципе нет. Деньги! Рубин. Кстати, рубин можно нехило кому-нибудь загнать, да? Кто-нибудь да его купит. Полюбас. Так, а какой смысл там?
А, ящик. И все вы только ради ящика? Обалдеть. Я думал, что-то по цене будет. Ну, ладно. Все понял. Ай! Сламались. Нет. Вот. Отлично. Секирка. Деньги. Блин, секирка, конечно, классно стоит, но я не дотащу. Пешком совсем идти со скоростью унылое говно, я что-то не очень хочу. Так что, пожалуй, я не буду брать эту хрень. Отлично. Блин, а для мага я весьма таки это неплохо, да? Потому что, в принципе, вот вручную бы тут с мечом, если бегал, даже не знаю, выжил бы я или нет. Маленечко подустанешь, и все, и зарубят. Ну, здесь тоже, конечно, может магия кончиться и могут зарубить, но в целом-то все равно получше. Не знаю, ребят, как вам, а картинка, конечно, мне нравится. Она красочная такая. Супер. Ладно, вон тот городок, куда мне надо. Харе убивать маленечко. Надо узбагоить свои агрессивные аппетиты. Ай, сейчас коленка поцарапаю. Что ж потом делать? Шишка вздуется на коленко. И все. Совсем плохой буду. Так. Здорово. Мышка заглючила. Маляську. А, мужик уже прибежал. Сюда. Здорово, лошара. Не часто в наш Ривервуд прибывают гости. Конечно. Но что происходит? Что вы тут делаете? Смотри, как классный мужик будет. Я беру. Тебя практически все. Вот, все беру. Что? Дракон? Да, летел дракон, ли? Прикинь. Теперь понятно, что я видел. Он летел над долиной с юга. Я надеялся, что меня глаза так. Дракон, надо сообщить. Хорошо, я маленечко помогу чувачку. Вайтран, чтобы он прислал солдат. Так. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Что у тебя есть на продажу? Клинки, шлемы, практически все необходимое. Так, а теперь я тебе продам то, что у меня есть. Смотри, сколько всякого хлама. Оружие мне нахрен не надо. Чувак, все можешь забрать. Железный щит, имперскую броню. Шлему. Кирасу и сыромятный шлем. Слиток. Здорово. Кстати, чувак, тебе помощь не нужна в кузне? Как ты думаешь, сможешь выковать железный кинжал? Да, я думаю, смогу, почему нет-то? Приступай. Делов-то там. Заходите, секрет вас покормит. А пока расскажите, что стряслось. Так. Железные перчатки. Железный кинжал. Готово. Стой, мужик. Бери, что тебе нужно, друг мой. В пределах. Вот кинжал. Неплох, но туповат. Не хочешь его заточить? Тебе я подумаю о твоем предложении. Заточильный камень вон там. Славного денька. Так. Готово. Есть. Так, Алвар, стой! Стой, мазафака! Теперь пока я с ним не перетру в доме, он не узбагоится. Сигрид, у нас гости. Действительно. Если тебе нужно что-то простое, неплохо. Держи, чувак. Всегда ухаживай за оружием. Хочешь еще мне помочь? Конечно, может, хочу. Поучимся изготавливать. Так, это маленечко, кстати, его сейчас вытащит. Да, из дома. Разговор с ним всегда помогает. Так, нам нужно кожу. Сделать немножечко кожи. Какое славное оружие у тебя вышло. Да, вообще просто шикарное. А, хорошо. Так. Кожа много где используется. В лямках. Я посмотрим, понял. Сможешь ли ты изготовить сыромятный шлем? Вот обижаешь, мужик? Понадобится. Конечно, смогу. Делов-то. Вот и все. Эй. Испугал меня, блин. Молот.
Держи, несчастный. Тебе в помощники. Давай его чуть-чуть подгоним. Вот тащи, балабол, а. В помощники бы он меня нанял. Ага, жопышник. Хрен бабла лишнего отсыпет. Так, готово. Бери что. Так ты ловкач. У меня тут... Да у тебя талант. Продолжай. Оставь, да вообще прям. Шлем себе. И поминай меня добрым словом, когда будешь... Погляди. Сейчас, чувак, смотри, как я себе его оставлю. Хоп, и тебе продаю. Клево, да? Еще и профит получил. Так, он мне, в принципе, со мной хотел поделиться вот всем вот этим добром, да, вот это пожалуйста, типа к моим услугам, ради бога. Бери все, мне ничего не надо. Если тебе нужно что-то простое и надежное, клянусь и с миром, я выкую это. Да? Все так говорят. Погляди. Так, а теперь я тебе все это продаю. Гениально, да? Так, вот насчет, кстати, перчаток, я не уверен. Я думаю, сначала нужно их себе замонстрячить, а потом уже можно и продавать. Так. Что у нас есть по лоске кожи? Ну ладно, это я пока подумаю. Предметы одежды. Где у нас? Серебряное кольцо. Нахрен она мне нужна, одежда с поясом. Так. У меня есть имперские сапоги, да? Но они семерку дают. Есть железные. Так, перчатки. Плюс. И ховушки ни хрена, да? Ну чё, мужик, давай я попробую продать то, что я с себя снял. Только лучшее оружие и броня. Ну-ка. Чё у нас? Перские сапоги, меховые перчатки. Всё, мужик, спасибо. Славного денька. Отлично. Так. Чё мы можем сделать? Можем их, в принципе, улучшить, да? Чему бы и нет. Вот, то есть, замечательно. Я маленечко их подкачал. Так, оружия у меня нет. Да, оно мне и не нужно. В принципе. Можно бежать в White Run. Однако. Интересно, кто мне встретится на пути. Всяко кто-нибудь да встретится. Не бывает такого, чтобы кто мне не повстречался. Так. О, местная живность. Я очень хочу ее убить. Просто так. За красивые глаза. Зажарил. А вот если бы я огнем ее жарил, я бы не смог. Это стопудово. Так, еще нету, да, нового навык? Жаль, конечно. Зайка, попрыгай-ка. Готов. Бедный зайка. Наверное, он на меня обиделся. За такое. Сек, что я слышу? Волкообразного. Волчок, иди сюда. Волчок. Ты обещаешь укусить меня за бочок? За унитазный. Все, отмучился. У тебя потеньки. Здорово, братиш. Чё там у нас зэка ведут? Ну точно. Так. Точнек, точнек. Чё делаем? Фух, сейвимся и жарим. Конечно же жарим. Вот типутеньки, так. Ты слаб, да? Да ё-моё, энергии нет. Вот и все. Готово. Штраф сняли, потому что что? Правильно, я убил всех, кто, собственно, это видел. О, как сразу чисто стало, да? Ах, хорошо дышится. Когда меньше народу. Больше кислороду. Стрела. Факел, кинжал. Ладно, братишки, ничего личного.
Так, впереди на... у нас он великан стоит. Ждет, когда я по скрипту его активирую. Тик, фух. 1000 извинений, телефон назвонил, поэтому пришлось немножечко прервать, да? Что ж, посмотрим, там все завалили. Вот они вечно его убивают, они никогда не успевают подойти и хотя бы тоже пару раз попинать по великану. Соратники, кстати, так-то прикольно за них погомуськать, проходить. Здорово, несчастные! С этим разобрались. Без тебя. Конечно. Поэтому... Какие дерзкие! Ты не отсюда, так? Мы так, харе мне по мозгам. Я хочу к вам присоединиться. Старик, понятно. К нему, удачи. Какая удача, он меня автоматически возьмет. Чё ты? Рассказываешь мне сказки. Капустку. Главное, капусту можно просто взять, все остальное считается воровством. Шикарно. Так, а вот и Вайтран. Ух, красотень какая, да, ребят? Ляпота! Так. Что ж. Вот мы почти уже, собственно, в самом Вайтране. Как всегда, к вечеру все подходит. Скоро будет глубокая ночь. Ночью будет еще веселее, что? Запас сил на исходе. Так, отлично. Здорово, несчастные. Так. Цевиться надо почаще. Всякое дерьмо может произойти. Стой. Что такое? Город закрыт. Почему? Проход только по официальной надобности. Так. Попробуем убедить его. Но смотри у меня. Yeah, у меня получилось. Я сделал это дело. Обалдеть. Так, ну вот мы, собственно, у ворот Вайтрана, еще чуть-чуть, мы можем зайти внутрь. Но, пожалуй, я это сделаю уже в следующей серии, ребят. С разбойниками я еще могу справиться. Так, заткнись, блин, чувак, ты мне мешаешь. Я тебя не слышу. С кем-то болтает там все, да? Подонок, подлец. Ну так вот. Собственно, на этом серию я закончу, ребят. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.